Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинул Денис Ковалев. Он принял это решение самостоятельно, потому что у него не получилось построить на проекте отношения. Также, по слухам, Дом-2 покинул Кирилл Щетинин. Ольга Рапунцель отказалась строить с ним отношения, да и сам Кирилл разочаровался в ней. Он стал сомневаться в ее адекватности, Ольга не слушает его советов и считает, что она звезда проекта. По мнению Щетинина, она сходит с ума. Кевин Кузнецов написал пост о том, как хороша Саша Шева. Он советует парням обратить на нее внимание и идти к ней на проект, она добрая и хозяйственная. Лиза Триандафилиди провела время со своим отцом. Мы с папой выбирали подарочек для лучшего мужчины. Как вы думаете, кто же это? Лилия Читрару и Сергей Захарьяш опять скандалят на тему финансов. Сергей задел маму Лилии, попрекнув женщину деньгами, которые ему пришлось потратить ей на подарок. После этого Читрару взбесилась, и дело почти дошло до рукоприкладства. В сеть попала переписка Леры Фрост с бывшим участником Никитой Шалюковым. Лера договаривалась о возвращении Никиты на Дом-2. Она не скрывала своей симпатии к нему, а отношения с Захаром Соленко Лера назвала своей главной ошибкой. Ольга Бузова опровергла слухи о том, что уходит с канала ТНТ. «Я присоединилась к семье Первого канала, стала его частью. Программа «Бабий бунт» – это только начало», – пишет она. «А по поводу ТНТ, они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить». В сети обсуждают жуткий макияж, который превратил Бузову в трансвестита и состарил ее на много лет. Также обсуждают и другой снимок Бузовой со своей мамой. Женщина выглядит очень хорошо. И на фоне загоревшей дочери с перекроенным лицом она больше похожа на девочку-подростка, чем на ее мать. Некоторые и вовсе заявили, что именно Ольга на этом фото выглядит мамой. Наталья Варвина отметила свой день рождения в одном из московских ресторанов. На вечеринке были лучшие подруги именинницы Ксения Бородина и Елена Бушина. В общем, все, кроме Даши Пынзарь. На вопросы, не поссорились ли они, Варвина не отвечает. В сети появилось видео со свадьбы Саши Задойнова. Саша объясняет, что он женился в рамках свадебного проекта. Невестой снова стала Ольга Коваль. Он рассказывает про отношения с девушкой. «У нас конфетно-букетный период, вместе мы не живем. Я за ней ухаживаю и называю ее своей девушкой. У Ольги есть 3-летний сын от предыдущего брака, она воспитывает его одна, и Саша время от времени помогает. Возможно, он сыграет с ней и настоящую свадьбу в будущем». Антона Гусева высмеяли за уколы красоты. Позорящие парня фото выложила в сеть Вика Романец. По мнению фанатов, это совсем не те кадры, которые даже за деньги следует показывать людям. Кристина Дерябина сменила имидж, также она отметила день рождения. Она делится фотографиями с подписчиками. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.